Вас приветствует супермаркет Семян, и сегодня мы рассмотрим упаковку от компании Семенис, а именно томат Дебют. На упаковке изображена фотография данного гибрида. Обратите внимание, упаковки могут быть как с фотографиями, так и без. Данные на этой упаковке. Компания-производитель, название гибрида, название культуры, количество семян, информация о том, что семена протравлены тирамом, номер партии. На обратной стороне вы можете увидеть дату упаковки, использовать до. Также есть номер партии, культура, название гибрида, а также количество семян в данной упаковке. И то, что данные семена обработаны тирамом. Если семена обработаны, значит, их не нужно проращивать. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.